Так, девушки, ну, тот же самый вопрос, что я пытаюсь задавать. Во-первых, вам большое спасибо за презентацию, все было здорово. Это один из моих лучших был вечеров московской весны 2017 года, который провел с вами. Расскажите, пожалуйста, вот удивительнейший эффект, ротация состава женских команд. В прошлом году я был у вас на презентации в Сити, в этом году здесь у вас презентация. Нет никакого совпадения, абсолютно все новые люди. Как вы думаете, чем это вызвано? Понимаете, футбол, как и любой спорт, отсеивает тех людей, у которых нет особого желания побеждать, нет особого желания развиваться, тратить на это колоссальные силы, потому что любой спорт – это труд, который мы затрачиваем, это тренировки упорные, это мероприятия, это в первую очередь. А во-вторых, командный дух. В команде не был сформирован командный дух, с чем мы сейчас боремся и что мы сейчас формируем. Главное, что в команде остались самые сильные, достойные личности, и мы надеемся, что наш результат не заставит себя ждать. Все, Таня, я надеюсь, твой гол не пропадет даром, я который тоже стоит надеюсь. На конкурсе «Лучший гол 2016 года». Девушки, спасибо за презентацию, я выключаю камеру. Спасибо. Спасибо.